Привет всем! Мы продолжаем проходить миссию Аэродром Пондюфа в игре Снайпер Элит 3. Так, если вы смотрели прошлую серию, то вы знаете, что эта миссия, как и все предыдущие, очень сложная. Тут куча, просто куча неимоверных врагов. Я не знаю, откуда они лезут, такое чувство, как будто они все приползли из предыдущих миссий. В общем, их очень много. Мне нужно сменить место дислокации на что-то... Ух ты, молоток. Нифига себе. На что-то пока это у меня плохо получается. Меня до сих пор кто-то палит. Так. Ой, что нам скажет карта? В общем, тут... Ага, а мы тут не были. Мы не были здесь и не были здесь. Ладно, давайте вернемся сюда. Все равно нужно текать. Ух ты. Кто, где, куда? Ой. Надо выбрать снайперскую винтовку. Куда-то он стреляет не туда совсем. Ой, вообще по воробьям он стреляет, честно говоря. Вот, блин, когда мне дадут такой костюм? Я тоже такой костюм хочу. Так, тут ничего нет? Нет, тут ничего нет. Кто-то по мне достреляет. Ух ты, видели, только что звезда упала. Класс. Ой-ой-ой. Ну нифига себе. Замечательно. Воу. Где там эта штука непутевая-то? Знаете, нужно... Ой-ой-ой, сколько там снайперов. Далеченько они стоят. А, это не снайперы. Ничего себе. Они еще и попадают в меня. Это новость. Повышение в звании. Так, еще минус один. Так, и теперь мне нужно взорвать вот этот непутевый броник. Так, где он? Ой. Сейчас как гахнет. Не, не гахнет. Где у него там это? Куда попадать? Не вижу. А, вон он туда куда-то, да? Где туда? А, вот. Первое попадание было, а вот и второе. Ой, такой маленький движок. Вот это да. Бум. О, замечательно. Услышан звук, да нифига себе звук. Где-то они орут. О, вот эту штуку надо взорвать по-любому. Знаете, дорогие друзья, я реально, я никого не вижу, абсолютно никого. Где они вообще могут кричать?
А, так тут еще, ой-ой-ой. Ну ладно. Склады какие-то. Сейчас мы всех перебьем и обязательно туда сходим. Так, вот они запалились. А, вон он. Ах ты. Так, нет. Сходим еще сюда. О, ну там что-то вверху интересное. Новое побочное. Уничтожьте штабель бомб. Зачем нужно по бочкам пострелять и все? Ладно. Бубу. Отлично. Ой-ой-ой. Много. Ой. Ахнуло вкусно. Сейчас еще будет один впечатляющий взрыв, да? О, отлично. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Из этого огня никого не видно. Отлично. Выстрел в голову. Но больше я никого не вижу. Нет, кто-то здесь приполз. Где ты там кричишь, ты? Ой-ой-ой. Да стреляй ты давай. Сейчас там еще один где-то. Да уйди ж ты из-за угла, выйди. Ты, козел. А умирай ты. Вот это капец вообще. Кстати, такая музыка означает, что мы убили всех. Ладно. Ничего не найдено еще вдобавок. Вообще прекрасно. Плюс 7 М1 гарант. Это типа к снайперской винтовке нам, да, добавили. Ладно. Так, как залезть туда? Там интересно. Может, здесь где-то можно зайти. Нет, здесь нельзя зайти. Жаль, очень жаль. Убейте всех радистов на диспетчерской вышке. Окей. Правда, я пока никого не вижу. Вообще никого. И знаете, наверное, я вернусь сюда. Здесь по-любому где-то что-то должно за... Ух ты, сюда зайти можно. Вот это круто. Угу. Здесь даже есть враги. Что-то тут шумит.
Супер. А что, сюда подняться нельзя? А это не супер. Так, к нам идет чмо какое-то. Плохо, что он идет сюда. Да нет, нормально. Как раз вообще шикарно. Замечательно. Так. Патроны для Вилрода. Там еще какая-то гнида есть. Так, так, так. Это тоже идет сюда, куда-то. Отлично. Меня он пока не видит. И уже не увидит. Замечательно. Вот мы патроны для Стена, по-моему, нашли. Эй, а чего они не подбираются? Или это не для Стена? Да, со Стеном у нас совсем дело важа. Ладно. Сейчас его обыщем. Ух ты! Тут спуститься вниз можно. А, тут ничего нету. Неинтересно. Ладно, давайте, знаете что? О! А вот это я искал. Отлично. И что, опять для Стена ничего нет? Вот не задача-то. Странно. Но тут нет вообще никого. Может, там внизу что-то будет интересное. Нет, тут тоже ничего. И патроны нам не нужны, ну вообще прям замечательно. Зато у нас почему-то тут тьма тьмущая всяких ракетниц. Да? Панцершрек. Ух ты. Название вообще бомба. Так, еще что-то мы собрали. Так, мы уже почти вплотную подобрались к вышке радистов. Так, ух ты, ух ты, ух ты. Это значит, их вверху двое. И здесь еще один прогуливается, да? Так. Что мне с вами-то делать всеми?
Ух ты. Он тоже пойдет наверх. Ой, один слез. Один наверх пошел. Минус один. Тело обнаружил. И что теперь? Да умирай ты. Ах ты. Вот ты тварь. Надо было подлечиться. Так, о, так мы недалеко, вообще замечательно. Так, а что мне там вдвоем кукует, что ли? Не, нормально все. Чего? Ах ты. Тварь. Где он слазит? Да, он слазит. Отлично. Теперь тут третий даже не узнает, что мы приближаемся. Так, замечательно. Да-да-да, сейчас я приду. Подожди. Недолго осталось. Кстати, а что там? Вышка какая-то. Это случайно не... Нет, это не снайперская позиция. Снайперская позиция тут. Мы потом обязательно сходим туда. Сволочь, уже что-то там рассказывает. Отлично. Так, история... На-на-на-на-на. Ясно, это неинтересно. Велрад на что сменить? Да не, не буду. Хотя, знаете что? Мы его сейчас поменяем. Выстрелим и поменяем обратно. Дело в том, что здесь нужно, в общем, оружие собирать разное, коллекционировать его. Ну, что-то типа такого. Так, что тут на приседках? Ух ты. Кто меня запалил? А, меня снайпер запалил. Я понял. Ладно. Сейчас мы туда куда-то залезем. Здесь же где-то позиция снайперская. Эй, что, дальше идти нельзя? Стоп, тогда я не понял. Ой, я далеко ушел. Ух ты, собака. Ну сейчас, сейчас, подожди. Ну, я ж правильно понимаю, идти сюда надо. Ну. Не понял. Не понял. А-а-а.
Так, позицию мы открыли. Отлично. Еще и бумажки какие-то лежат. Советы по выживанию. Патроны кончаются. А что у меня стенд? Ух ты. Какая красивая луна. Слазь давай, эй. А тут обойти надо. Так, где там он стрелял? Ух ты, а их там двое. Вон, я так понимаю, раз. А то что? Ну, отлично. Я надеюсь, что я сейчас не запалюсь по полной программе. Мы тут далеко. Да и они не близко. Сколько там у нас метров? 157 метров. Ага. Куда ты побежал? А вот это почему не варит? Это я не знаю. Почти голову отсоединил от туловища. Так, отлично. Но теперь мне нужно подлечиться на всякий пожарный. И теперь можно продвигаться к нашей основной цели. Причем я даже не знаю, может их сейчас сразу завалить. Чтобы все остальные начали бежать. Или не надо? Ой, 111 метров, там что-то. Да, знаете, давайте постреляем. Какая разница, патронов еще много. Там еще и друг его ж есть. Это вообще капец. Ну, почему? Вот это мне непонятно. Ой. Там еще кто-то вылез. Ну, нормально. Зачищать так по полной. Правильно. Ничего. Ну, ты что, меня не заметил, что ли? О. Вот, без прицела стрелять куда лучше. На вылет. Почти без деформации. А этот стоит рядом, даже не заметил. Нормально, не заметил, вот тебе наказание. Ух ты, там какая-то кибитка, туда залезть можно. Класс. Сейчас залезем. Капец, по периметру одни только ракетницы. Одни ракетницы. И тут ракетницы. Ух ты, 10 патронов для Стена, ну нифига себе. Так, что оно нам туда показывает? Что там такое? Нормально все. Так.
вроде все спокойно. Так, это я так понимаю, нам в эту кибитку как раз и надо было пройти. Должен быть способ открыть эти двери. Какие двери? Так, короче, куда-то далеко бежать надо. Кто-то приближается. Пока не вижу, кто. Так, стоп, я не понял. Кто-то где-то подо мной ходит. Угу. Так, их тут двое. Это несколько усложняет задачу. Тихо, тихо, все хорошо. Все хорошо, все спокойно. Так, стоп, какие-то бумажки. Вот, черт, закрыл нечаянно. Еще патроны для Стэна. Куда этот побрел? Отлично. Так, стоп, я так понимаю, это мне нужно было сюда зайти как раз. И тут по подвалам. Ух ты! Так, тут их трое. Ой-ой-ой. История войны. Угу. Так, короче, тут вообще лажа. Еще и запалилось. Ух ты! Да тут гулять и гулять можно. Жесть. Ладно, ну гулять это хорошо, конечно. Ух ты! Это наши союзники, что ли? Вот это интересно. Ладно, подождут союзники. Тут куча не менее интересных мест. А еще патроны для Стэна валяются. И документы разные. Дневник Валена. Угроза производству.
Капец, тут бегать можно. Вот это жесть. Подвалы так подвалы. Ладно, все. Надо бежать обратно. Помочь нашим союзникам. Так, стоп, кто-то сюда идет. Да давай ты. Вот это плохо. Ладно, теперь у нас есть Стэн. Тут их не так уж и много. Но я погорячился. Много. Да умришь ты. Отлично. Так, сейчас еще последний. Давай. Выгляни, Глюштай. Так, отлично. Ну, ищи. Понятно. Так, в общем, мне нужно открыть какую-то дверь. Так, здесь есть что-то подобрать. Отлично. Так, ладно, больше здесь, по-моему, ничего нет. Или есть? Нет, здесь мы были, отсюда мы пришли. Так, в общем... Ух ты! Основное здание. Найдите карту, чтобы попасть на завод, где... Да-да-да-да-да-да-да. Угу, прикрыть диверсионную группу. Так, ну подождите, нам нужно еще этих чуваков спасти. Давайте я, наверное, освобожу их. Спасибо. Я думал, нам крышка. Да вам-то крышка. Ну и уже продолжение сделаю в следующей серии, потому что и так уже затянул. Что ж. Если вам видео понравилось, то ставьте лайк. Если вам видео не понравилось, то желательно дизлайки не ставьте, оставляйте комментарии. А именно оставляйте комментарии о том, что вам не понравилось, чтобы в следующий раз мы были лучше. Спасибо, до скорых встреч.